Сегодня покажем, как собирается балансовый мост для механизма 3603. Первым делом волосок баланса проклеивают и монтируют в колесо потанса. Следом идет операция установки длины волоска. При помощи этого прибора воссоздаются 18 тысяч полуколебаний в час, чтобы установить необходимую длину волоска. Потом на волоске создается внешняя концевая кривая. Она нужна для монтажа в мосту баланса. Последняя операция для моста баланса, после его сборки, является установление точности хода. Мост баланса монтируют в готовый механизм и подвергают испытаниям. Этот аппарат позволяет произвести замер точности будущего механизма. По завершении испытаний 3603 готов к установке в часы.